По факту обрушения части отделки потолка в одной из школ Петропавловска создали спецкомиссию. Причину инцидента выясняют специалисты ДЧС, ГАСК, Управление образования и строительства. Напомню, вчера в одном из учебных классов школы номер 6 с потолка обрушилась штукатурка площадью 2 квадратных метра и толщиной 5 миллиметров. Школьников госпитализировали в многопрофильную областную детскую больницу. Врачи исключили сотрясение головного мозга у всех троих пострадавших детей. Жалоб на состояние здоровья нет. Отмечу, здание школы ввели в эксплуатацию 4 года назад. У одного ребенка выставлен диагноз поверхностная травма спины. У второго ребенка аналогичный же диагноз ушиб мягких тканей спины. У третьего ребенка ушиб мягких тканей волосистой части головы. На данный момент все дети удовлетворительны, ночь провели спокойно. Дети были госпитализированы по социальным интересам для динамического наблюдения. Пробудут еще сегодня, если состояние также будет удовлетворительное, то дети будут выписаны уже завтра.